час в студии Радио Энерджи, бал, маскарад, все самое интересное. Мы неделю готовились к этому событию, мы сидим в костюмах. Веб-трансляция на сайте energyfm.ru, можете наблюдать это все в прямом эфире. И мы в костюмах Горностаева, ты бабочка-убийца. Да. Я призрак Покахонтас, или призрак мертвого индейца. А Саймон – монстр из фильма «Крик». Смотрите, какой он роскошный. Он ужасен. Слышно все. Слышно, слышно тебя, в маске слышно. Открывается дверь в студию Радио Energy, и сюда входят победители фотоконкурса на сайте energyfm.ru, наши слушатели. Привет! Это наши друзья, которых мы знаем под никами Бомж Вася, он в костюме Кинг-Конга. И Яна Дежавю. Привет, возьмите микрофончик, который лежит там у вас. Лежит. Бомж Вася сначала с нами поговорит. Приветик. Привет. Подожди, доброе утро. Вот погромче говори. Скажи. Доброе утро. Ага, доброе утро. Рассказывай, как называется твой костюм? Небритость, клетчатая рубашка. Да. Вот так и называется. Небритая клетчатая рубашка. Небритая клетчатая рубашка. Это хрень, это не костюм. Да, это хрень. А чтобы пройти дресс-код на хэллоуинскую вечеринку, надо переодеться. Переодеться. А вот... Мы тебе предлагаем костюм за просроченная ветчина. Это колготки Горностаевой. Красные чулки в сетку. Ты их сейчас надевай на голову, как это делают в банках эти преступники. Надевай и завязывай такую пипку на голове. Это... Нет, пару раз надевала всего. И передай, пока надеваешь, передавай Яне микрофон. Да. Яна, рассказывай про свой костюм. Костюм, ты что? Давай. У меня костюм девушка-кошка. Женщина-кошка, так. Женщина-кошка. Пожалуйста, принесите валерьянки со льдом. Она любит такие коктейли, так. Вот, ну... Как бы он еще напоминает немножко, если снять... В микрофон говори. Ага. Если снять мои ушки, то он немножко напоминает полицейского. Полицейского. Он меня совмещает и кошка, и полицейский совсем. Хорошо, у нас давно назрел вопрос для тебя. Каково это рожать 6 детей одновременно? К тебе вопрос как к кошке. Вопрос как к кошке. Ну, сложно, но... Я же рожаю, наверное, еще 6, потом еще раз 6. А еще у тебя, кажется, учитывая твои 9 жизней, ты это... Знаешь, кажется, разве самое сложное, это когда вот приходится их кормить одновременно. А, грудью, которая... Да, грудью, да. А, не 6 у Яны, как у кошки, а 2. Да, 2, зато да. Спит целый день, прикиньте, как круто. С кем? Валяется. А, в смысле, себя. Да, конечно. Конечно. А теперь... Я там-то все по-быстрому. А теперь ветчине передайте, пожалуйста, микрофончик. Да. Так ты чья ветчина-то, докторская или гусарская? Отечественная. Отечественная. Очень хорошо, с жиром по бокам. Тебе очень идет чулок. Горностаева, завяжи ему пипку на голове. Такой. А то какая-то, это, знаешь, уже полураспакованная ветчина. Я напомню, что у ветчины на голове ярко-красные в сетку колготки Горностаева. И это очень выглядит, знаете, когда так перетянуто. Все. Ну что ж, начинаем наш бал-маскарад. Видеотрансляция на сайте energyfm.ru. Давно всем известно, что многие взрослые игрушки... Думал, что мы должны сейчас свет выключить, чтобы всем страшно было. Да, многие игрушки производятся в Японии, поэтому с нами Иса Феррер, Made in Japan. Хэллоуиновская вечеринка на Радио Energy. Даем ей старт, выключаем свет и по полной программе отрываемся в преддверии настоящего Хэллоуина.